Прошедший год туристический рынок сотрясали скандалы и разбирательства. Крупнейший оператор «Гульнартур» объявил себя банкротом. У туристов возникали многочисленные проблемы с фирмами «Ради Тур», «Алмаз-туризм». Многие до сих пор не получили денежную компенсацию за испорченный отдых. Тем не менее, новый туристический сезон на подходе. Каким его ждут путешественники и туристические агентства? Об этом поговорим с исполнительным директором Ассоциации туроператоров Казахстана Лаурой Галиевой. Добрый день, Лаура. Добрый день, Иван. В связи с тем, что прошедший год был на туристическом рынке таким сложным, каким ожидается год грядущий? То есть наблюдается ли снижение спроса на услуги туроператоров? Ну, на данный момент, на сегодняшний день, снижение спроса не наблюдается. То есть спрос, он каким был ежегодно, он таким и остается. Возможно, на летний период какое-то будет падение спроса, но мы не думаем, что это будет такое очень серьезное или какое-то сильное падение спроса. В зимний период идут Объединенные Арабские Эмираты, его сейчас очень много, это самое популярное казахстанское направление, поэтому, ну, сейчас пока все нормально. Но если вот в процентном соотношении, вот вы говорите, что летом, возможно, спрос немного снизится, да? И какие причины, то есть с чем это может быть связано? Падение спроса мы прогнозируем в связи с падением цен на нефть, в первую очередь. То есть это, скорее всего, даст все-таки тот самый результат в размере где-то 15%, мы прогнозируем, что спрос немножечко упадет. Немножечко это сколько? Где-то 15%. 15%, хорошо. Но в связи с тем, что ожидается понижение спроса, ну вот даже на 15%, да, на услуги туроператоров, можно ли сейчас уже говорить о том, что цена на туруслуги, возможно, снизится? Сейчас об этом говорить все-таки сложно. Мы наблюдаем на данный момент, что в связи с падением цен на нефть все-таки пересматривается стоимость керосина. Понижение стоимости керосина, соответственно, приведет к понижению стоимости авиабилета. Пока на данный момент мы это пока ожидаем. На сегодняшний день этого пока не произошло, поэтому говорить о том, что сейчас эти цены снизятся, вот именно по этому фактору, сейчас пока говорить сложно. А что может еще дать снижение цены? Это переизбыток на рынке. На сегодняшний день мы планируем летнюю программу. Как правило, летняя программа на туристическом казахстанском рынке связана в основном с турецким направлением. Это самое популярное направление — Анталия. И на сегодняшний день весь объем остается тот же, который был в прошлом году. Но если на рынке не появятся какие-то, опять-таки, неадекватные действия, связанные с переизбытком и с перегревом рынка, то, конечно, тогда нужно понимать, что да, если будет перегрев рынка, то цены будут падать. Но не из-за того, что не из-за каких-то внешних, да, экономических факторов, а из-за таких неадекватных действий внутри рынка. Ну вот вы говорите, что неадекватные действия, вы имеете в виду конкретно? Есть объем рынка, да? Хорошо, так. То есть если ставить больше рейсов. А, все понятно. То есть вы имеете в виду большое предложение, да, да, именно туристических, да, услугах. Да, все, понял. Да. Вот смотрите, то есть если брать вот эту высокую конкуренцию, плюс ко всему, если взять еще то, что в последнее время казахстанцы все же, ну, из года в год эта тенденция становится все четче, да, проявляется, о том, что казахстанцы предпочитают бронировать отели, плюс ко всему выкупать авиабилеты именно в интернете, да, находят сервисы, говорят, что это дешевле по сравнению, если обращаться к посредникам. Вот в условиях вот этой вот набирающей тенденции, да, и высокой конкуренции, не грозит ли это снижением числа турфирм, туроператоров? Мы проводили в прошлом году такую небольшую аналитику и увидели такие цифры, что число интернет-бронирований даже авиабилетов в Казахстане составляет всего лишь 7%. Безусловно, тенденция интернет-бронирования, она есть. И в основном бронируется
ну, такое молодое, да, поколение, которое более продвинутое сейчас. Но, тем не менее, есть один такой фактор, фактор недоверия к интернету у казахстанского пользователя. То есть мы понимаем, что туры – это дорогой продукт. И, соответственно, там, где стоимость тура завышает там, более 100 тысяч тенге, казахстанский пользователь на сегодняшний день не готов эти деньги оплачивать в интернете. То есть для них все равно очень... Ну, важна такая гарантия, да, когда они офлайн придут в какое-то агентство, подпишут реальный физический договор и уже спокойно внесут деньги в кассу, получат за это живой чек и уже будут ждать вот своего отдыха. Ну и второй момент, что нужно понимать, что интернет-пространство – это тот же самый рынок. И в этот интернет, в интернет-портал отели сами туда цены свои не заливают, и свои брони, да, то есть там нет такой интеграции, которая бы, ну, логически может показаться. На самом деле любой интернет-портал – это тот же туроператор. Просто он работает онлайн, мы работаем офлайн. Поэтому я думаю, что в ближайшие, ну, по крайней мере, 3 года, вот, что вот, ну, тот факт, что интернет-бронирование там могут вообще там, полностью перевесить, да, работу туроператоров, нет. Ну, наверняка вот эти 2-3 года, которые вы отдаете под спокойствие туроператоров, нужно как-то выгодно использовать. Безусловно. Есть какие-то уловки, да, которые позволяют турфирмам привлечь к себе клиентов? На что, что туроператоры могут предложить? Я бы назвала это больше такой несколько уникальностью, да, потому что интернет-порталы – это какие-то базовые цены отелей, это какие-то базовые тарифы авиакомпаний. Крупный туроператор, он берет какие-то блоки мест на рейсах по специальным минимальным тарифам. То есть эти тарифы, как правило, в свободной продаже не находятся. А опять-таки отели, то же самое, берутся какие-то блоки, берутся гарантии в отелях, соответственно, стоимость проживания в разы уменьшается. За счет этого туроператор и предоставляет такой продукт, который отличается от продукта, который вы забронируете в интернете. То есть то вот позиционирование, что в интернете дешевле, на самом деле не совсем верно. Ну вот именно на этих специализированных ресурсах имеется в виду. Да, вот. Да, да. То есть за счет своих инструментов, которые, в общем-то, всегда были у туроператора, конечно же, покупать, надо отметить, покупать полный турпакет всегда выгоднее у туроператора, нежели отдельными сегментами покупать где-то в интернет-порталах. Ну, это факт. Многие поспорить могут с вами. Возможно, я всегда открыта. Хорошо. Так, ну, не станем спорить на эту тему. Вот продолжим разговор. На днях турфирмы объявили о втором этапе раннего бронирования. По популярным направлениям обещают скидки от 25% до 40%. Вот буквально я перед интервью с вами обзвонил некоторые турфирмы. Там вот это, ну, то есть это факт, да? Выглядит очень привлекательно все. Но как не попасть в руки, ну, так скажем, недобросовестных туроператоров? На что в первую очередь нужно обратить внимание? Ну, к примеру, при составлении договора того же. Мы об этом уже говорили, о том, что казахстанский пользователь всегда должен внимательно знакомиться с договором. Казахстанский турист должен знать о том, что существует туроператор и турагент. Турагент продает продукт туроператора. И тогда, когда турист заключает договор в турагентстве на свое туристское обслуживание, в этом договоре обязательно должен быть указан туроператор, который несет ответственность за этот отдых. Турагент не может нести ответственность за отдых туриста, и он не может формировать сам турпродукт. То есть только туроператор имеет право формировать турпродукт и его реализовывать через турагентство. Соответственно, всегда в договоре нужно смотреть, кто туроператор, кто несет ответственность за вашу поездку. И обязательно должно быть указано страхование гражданской правовой ответственности данного туроператора и этого турагента. Таким образом, то есть, ну, по крайней мере, вот такие вот базовые моменты, если он будет видеть в договоре и понимать, что зачем стоит, он, по крайней мере, уже будет знать вообще,
о том, что делать в случае чего. Ну и, наверное, не надо говорить о том, что должны быть все бухгалтерские документы на руках, подтверждающие факт оплаты. А еще есть какой-то момент, который может насторожить? То есть если вот запросил какой-то документ, и если предоставить его не могут, вот все, не стоит сотрудничать с этой турфирмой. У нас сейчас для малого и среднего бизнеса в целом, то есть государство дает очень хорошую возможность бизнесу развиваться, и каких-то особых требований к документам нет. Единственное, что должно насторожить туриста, это, я это называю такой неадекватной стоимостью на рынке. Условно, если в 10 турагентствах там тур продается за $500, а у этого агентства продается за $200, это должно насторожить, потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. То есть низкая цена – это тоже не показатель, да? Обязательно. Наоборот, это должно насторожить, потому что прошлогодние вот эти все, и до этого тоже были вот эти инциденты, они в основном происходили из-за того, что люди шли на какой-то дешевый продукт, а потом оставались без отдыха. Это, конечно, заманчиво, но, тем не менее, все-таки отдых – это вот то, наверное, ожидание года, да, когда человек целый год готовится к отпуску, ему надо отдохнуть, тут нужно быть все-таки осторожным. Ну и если продолжить тему о безопасности туристов, точнее не безопасности, а безопасности туров, да, которые выкупают туристы, не раз высказывалось мнение о том, что казахстанцев нужно страховать от сорванного отдыха. Ну это вот как одно из предложений. Помогут ли вот эти вот пункты в страховых договорах вот раз навсегда решить проблему? Может быть, у вас какие-то свои есть идеи, как можно решить проблему? Учитывая те обстоятельства, которые складываются уже на протяжении нескольких лет в нашем на рынке выездного туризма, полагаю, что страховать туристов страховые компании просто не возьмутся, потому что прежде всего нужно отрегулировать рынок. От сорванного отдыха имеете? Да, да, именно от сорванного отдыха, потому что за сорванный отдых, по идее, должен отвечать тот, кто организовывал этот отдых, да, а не страховая компания. Поэтому мы с прошлого года просим наши госорганы, с нацпалаты этот момент отрабатываем. И сейчас, в общем-то, очень серьезно за этот вопрос и депутаты взялись. Нужно регулировать рынок. Мы просим, чтобы для туроператоров ввели финансовую гарантию. За работу нужно отвечать. То есть, соответственно, все происходящее очень плохо сказывается на репутации всех остальных добропорядочных, да, туроператоров. Поэтому мы ежедневно видим, что там где-то какие-то публикации, что вот не надо им доверять, нужно там самим бронировать. На самом деле, в основной своей массе туроператоров, они все порядочные, они все очень много и давно работают. Поэтому единственное, что мы просим, это начать регулировать рынок. Ну вот вы сказали о финансовой гарантии. Можете разъяснить, то есть, что это за финансовая гарантия, которую вы предлагаете ввести? Да, мы ее просим ввести. Инструмент сейчас, я полагаю, он будет отрабатываться еще в течение, наверное, там, полгода-года. Вот. Но условно, то есть это гарантия того туроператора, который формирует турпродукт, когда он гарантирует свою гражданско-правовую ответственность своими либо финансовыми на банковском счету, либо какими-то своими активами, опять-таки заложенные в банке. Спасибо за интересное интервью. Я напомню, у нас в гостях была исполнительный директор Ассоциации туроператоров Казахстана Лаура Галиева. Мы говорили о туристическом рынке Казахстана и о том, что его ждет в новом сезоне.